Весь турнир «Терем» и «Буревестник» шли практически на равных, и финал должен был определить, кто все-таки сильнее. Уже в начале игры спортсмены «Терема» взяли инициативу в свои руки и забили первый мяч в ворота соперников. А к концу первого тайма утвердили свое преимущество еще одним голом. Отыграть пропущенные мячи «Буревестник» не смог. Команды не хватило на два дня игры. У нас через день была игра. То есть в понедельник мы очень важную игру играли. По сути, игра за это полуфинал получился. То есть команда выложилась на эту игру, и сегодня уже не хватило, просто физически. «Терем» – молодая команда, играет на городских турнирах всего 2 года. Но за это время спортсмены успели заявить о себе. В прошлом сезоне они завоевали титул чемпиона зимнего турнира по футболу среди команд «Сарова». А в этом году стали лидерами 70-го юбилейного чемпионата города. Планировали в тройке быть. Но, как говорится, случилось спортивное чудо и заняли первое место. Игрок был достаточно сильный, боролись. То есть от этого матча зависело все. Либо будем первое место займем мы, либо первое место займет «Буревестник». Но все-таки 70-й чемпионат достаточно такой юбилейный. И было очень приятно выиграть. Всего в чемпионате города приняли участие 14 команд. По итогам турнира с минимальным отрывом вторыми стали футболисты «Авангарда». А обладателями бронзы – игроки команды «Буревестник». Каждый коллектив показали достаточно хороший футбол. Содержательный. На следующий год, думаю, некоторые команды выводы сделали, тоже включатся в чемпионскую гонку. Но на этом футбольные баталии не закончились. Саровским спортсменам предстоит определить еще и обладателя Кубка города 2018 года. Полуфинальные матчи соревнований пройдут 1 и 2 октября на центральном поле стадиона «Икар». Начало игр в 18:00. Ирина Вышегородцева, Владимир Лисик, служба новостей «Саров-24».